Hi, people! Sam Connect. Это я, Омар Левутаев, и мой сегодня самый технологичный выпуск моего блога. А что меня позвал сегодня? Я хочу сегодня презентовать для тебя и для моих подписчиков самые совершенствованные технологии. И что? Недавно одна крупная и всеми известная телефонная компания презентовала свои новые 12-е аппараты. Я знаю. И что? Я тоже решил презентовать свои технологии для москвичей и гостей столицы. Вау! Ты свой телефон придумал, да? Нет. Я придумал что-то получше. Итак, вашему вниманию. Представляется супер новая маска для лица «Ай-Москвич 2020». Не нуждается в стирке, не нуждается в глажке, вообще ни в чем не нуждается. Маска, которая бросается в глаза и бросается на людей в наилучшем смысле этого слова. Маска под рабочим названием «Я волна, новая волна». Подожди, подожди, давай хотя бы обсудим. А что обсуждать? Кто ее носить будет, Омар? В смысле, кто будет носить? Ну, представь, ну, например, романтик. Влюблен? Да. Ты же часто влюбляешься у нас. Смотри, влюбленный человек одевает маску, идет к своей любимой. И по дороге вот так смотри. Она, интересно, меня любит? Не любит. Любит? Не любит. Ну, я понял. Подожди, подожди, подожди. Любит? Не любит. Кофе. Опа! Это что такое? Это новая социальная дистанционная палка «Ай-палка 2020». Ай-палка! Ай да палка! Ай! Палка! Представляю вашему вниманию дистанционный неважно, какой ты будешь, далеко держись от меня на 1.5 метра палка. Друзья, давайте поговорим про 12-й аппарат. Мне кажется, и это мое сугубо личное мнение, что внешний вид 12-го аппарата позаимствован у своих предков, то есть у 5-го аппарата. Ретро-стиль конкретно набирает обороты во всем мире. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. 12-й аппарат вышел 4 видов. 12-й мини, 12-й, 12-й Pro и 12-й Pro Max. И, как скажет пессимист, каждый из них дороже предыдущего. А как скажет оптимист, ну, то есть я, подарил бы мне его кто-нибудь. У этого нового 12-го аппарата очень хорошие фишки появились. Зарядку держит лучше, камера снимает сногсшибательно, звук бомбический. И самая основная фишка, чем быстрее вы его купите, тем больше у вас появится друзей. Я так с Магой Махмудом познакомился. Вот, портативная домашняя мини-колонка. Для тех, кто хочет побыть дома и чуть-чуть джанги-джунги, ла-ла-ла. Но мне пока такая колонка не нужна. Не, мне она нравится, очень даже симпатичная. Но для начала мне нужен дом, в который я куплю такую колонку. Поэтому я просто пока так посмотрю на нее. Также в 12-м аппарате появилась новая какая-то технология. Гайдар, что ли, Ильдар, Лидар, вот. Ну, он, короче, фиксирует расстояние до определенных предметов. Я пока не разобрался, но какая-то есть такая фишка. Прикинь, да ты просто на диване лежишь, и тебе интересно, какое расстояние до окна, до телевизора, до холодильника? Ну что ж, друзья, вот я и провел мини-обзор на новый 12-й аппарат. Кстати, его скоро привезут и в Москву. И вы, как обычно, начнете там толпу создавать, очередя целые. Я вас прошу, не надо этого делать. Но если вы все-таки рискнете стать в очередь, тогда я вам предлагаю приобрести у меня вот эту замечательную социально-дистанционную палку. Ай-палка 2020. Покупай аппарат. Безопасно. Опять сюда, я же сказал, блин.